Добрый день, доброе утро, дорогие мои зрители. Расскажу, как я работал в Германии. Я украинский беженец, который работал, жил 6 лет в Германии. В Баварии, Нюрнберг, Бамберг, Амберг, город. Значит, Альтенфлегель, дом престарелых. Смотритель за стариками. В общем, и работал я одного немца, ну, бывшего фашиста, танкиста, стрелка. Ему 96 лет было, 24-го года рождения. В общем, у него был сахарный диабет. Надо было каждые 2-3 часа ночью просыпаться и смотреть, есть ли у него сахарный шок. В общем, в крови не хватает сахара, температура поднимается, он потеет и потом умирает. Это шок. А если он потеет, надо сразу колоть инсулин. Ну, в общем, моя знакомая, которая с ним жила, как медсестра, смотрела за ним, он был миллионером, продавец обуви, магазин у него был. Она проверяла, потеет ли он, и потом колола ему. И у него было ночью два раза потел, у него был шок, потом он умирал. Она быстренько ему вколола и спасала ему жизнь. Ну, в общем, она ему три раза, по-моему, даже. И, в общем, а ему 96 лет, он 16 лет пошел воевать. И в Сталинграде был, и в Украине был раненый. Он раненый был в ногу. Его положили в госпиталь военный, в немецкий, в Украине уже. И хирург немец сказал, ну что, будем ампутировать ногу, отрезать. Потому что там, в общем, гангрена, наверное, ранение сильное. Все, и идут контратака, русские, Красная Армия захватывает госпиталь. Русский врач проверяет ему ногу, говорит, у нас нет времени тебя лечить, с тобой заниматься. Зеленкой йодом помазал, заживет. И зажило. И потом этот все немец, всю жизнь немец рассказывал, что немец, хирург, хотел ему отрезать ногу, а русский врач, русский, ну или там украинец, ему спас ногу, так что он благодарен был советской медицине, в общем, советской, да. В общем, писать себе, немецкая медицина отрезать ногу, а советская медицина спасла ему ногу. В общем, и этот немец-фашист, 96 лет, подарил ей, этой медсестре, 100 тысяч евро. Да, 100 тысяч евро. Как благодарность, он богатый, миллионер. А есть у него дочка взрослая, ну, в общем, владелица будущих наследств, магазинов, квартиры, там миллионы, в общем. Земля под домом стоит 1 000 000 евро. И дом сам стоит, может быть, 500 тысяч. Магазин там несколько миллионов стоит в центре города, обувный. В общем, и это, в общем, его ложат в больницу, этого врача, потому что дочка говорит, долго, папа, ты живешь слишком. Значит, медсестра, уезжай в отпуск, отдыхай на месяц, а мы папу положим в больницу, ну, чтобы проверить его полностью. Комплексная проверка его здоровья. Ну, всякий случай, там какие-то неизвестные болезни, может, у него есть, подлечить. Это было февраль месяц 2018 года. В общем, медсестра уезжает в отпуск на месяц. Папу этого немца-фашиста, 96 лет, ложит доченька. На всякий случай, для проверки, в больницу в февраль месяц. А в Германии в 2018 году, проверьте, был очень сильный мороз. Там минус 15 или минус 20. Поверьте, было очень холодно. Ну и папенька, 96 лет, в больнице заболевает воспаление легких. Ему антибиотики, он вставать не может. Ему катетер, этот, писю ему, пенис вставляет трубочку, катетер. Он писает через трубочку, кальций засоряется, живот его надувается от мочи. Медсестра, вот эта знакомая моя, пришла, сказала, что у вас живот такой большой. Ну, я не могу писать, все в животе собирается. В общем, вызвали медсестру, все заменили, вытянули эту трубку старую, новую вставили. Потом опять забилась эта трубка через некоторое время. Этот фашист, немец, уже не выдержал, взял этот шланг, как выдернул, и пенис свою писю вместе с шлангом оторвал. И умер. Вот так, скончался. В больнице. Вот такая немецкая медицина в Баварии, город Бамберг. Вот так вот. Взял себе писюн вместе, ну, пенис, трубка, катетером оторвал. Истек крови и умер. Вот так вот. Положили здоровым, можно сказать, для профилактики. А его взяли, он заболел и умер в больнице. Вот как опасно лежать в немецкой больнице в Баварии. В общем,
И получается, что началось это наследство делить. Сын убил человека 15 лет, ему дали, он в тюрьме, а доченька умная, начала, проверила, что, оказывается, папа подарил 100 тысяч евро медсестре, которая жила, обманула. Больной, слабенький, воспользовался положением. И говорит, а давай нам эти 100 тысяч евро обратно. Да, 100 тысяч евро обратно. Она говорит, а как же так, это папа мне ваш подарил, а не вы. Он же подарил, там дарственное, все, документы есть. Да нет, он был больной под наркотиками, под лекарствами. Вы его обманули, а давайте 100 тысяч евро обратно. Нет, она говорит, нет, это не вы давали мне. В общем, в суд подали. Сказала мне эта знакомая моя, что два раза суд был, потому что суд все время говорил, что она права. А они все время апелляцию подавали. В общем, все-таки она сказала, нет, это деньги мои. И да, суд сказал, да, это ее деньги. Хозяин денег передал эти деньги ей. А вы, дочка, не можете их обратно вернуть. Она, конечно, с ума сходила, эта дочка, этого немца. Но сказала, в общем, короче говоря, сказала, мы все равно от вас не отстанем. В общем, вы получили прибыль, и эта сестра говорит, что мы налоговую полицию заявим на вас. У вас прибыль 100 тысяч. И она сказала, что 40 тысяч евро заплатила налог. С этой суммы она заплатила 40 тысяч евро. Вот так отомстила семья этого немца, бывшего солдата Третьего рейха, за которым она три раза спасла ему жизнь ночью. Каждые 2 часа ночи вставала. И дальше был, я уверен, что он до 100 лет жил, он был красивый, 1,96 м, голубые глаза, все волосы у него были, все зубы. В общем, очень веселый, добрый, меня кормил там, конфетки дарил, подарки дарил на Новый год. Поверьте, очень добрый немец и маленький юмор, а он там... партийный человек, там папа у него был в партии еще до войны в 30-х годах, там в одной из партий немецких, там СДП, там что-то, и сохранил документы, спрятали на чердаке, потом эти документы показали, что он был член партии, в смысле СДП, и папа его в 30-х годах спрятал на чердаке, а этот сын спрятал, показал, и в общем сказал, что видите, всю жизнь папа хоронил, и в общем, пришли эти журналисты, говорят, дедушка, вы же воевали, там у вас на танке были, стрелком. В общем, таких уже участников войны нету. Третьего рейха, расскажите о войне. А он говорит, прячки такие красивые, чешки такие красивые, венгерки такие красивые, украиночки такие красивые девушки, русские такие девушки красивые. А они говорят, дедушка, вы о войне говорите, о трагизме, о фашизме, о нацизме, как это все плохо. А он о любви, о сексе. Говорит, кстати, себе, дедушка всю жизнь думал только о любви, а вообще о войне он ничего не думал. Такой простой человек, женат был на еврейке, маленького роста, такая некрасивая, я видел фотографии, очень, 1,60 м, наверное. И он ее так любил, и она такая умная сказала, пока папа живой, он будет жить только в своем богатом доме. С бассейном, 600-й Мерседес, там, владелец магазинов, никакого дома пристрелов не может, потому что она знает, что он такой глупенький. Все это сделала жена еврейка. Да. Представьте себе, вернулся после войны и сразу женился на еврейке маленькой. Такой некрасивой. Но она ему все сделала. Магазин богатым сделал. А он чистил обувь в городе Бамберг. Там американская казарма. Американцев освобождали. Очень много американцев было. Он чистил им обувь. Представьте себе, чистил обувь. И купил магазин, купил дом за 1 000 000 евро. Стало несколько миллионов у него. Вот так вот. Просто чистил обувь. Это правда, я говорю, что я ходил, ему дом убирал к этому немцу. И много раз там, в общем, ходил долгое время. И я с ним разговаривал. В общем, хороший человек, добрый этот фашист был, немец. И, в общем, в Украине, где он был раненый, в Украине это было все. И он лежал в госпитале с ногой. После операции уже. То есть, извините, это было после. Он же вышел из госпиталя. Эта украиночка там увидела его. Говорит, вы такой красивый. Голубые глаза, высокие такой. Белые волосы красивые. В общем, зубы, все нормально. Такой красивый парень такой. В общем, вы мне нравитесь. Папа у меня начальник. Он вам сделал документы, что вы советский немец. Русский немец. И, в общем, вы будете у него работать на работе. И там все стоится. И будете жить у нас. Не будьте в плену.
ну, мы поженимся с вами. А он говорит, а кем твой папа работает? Ну, начальник, что за работа? Она говорит, а он шахтер, в шахте будете работать, там, внизу, уголь добывать. А он сразу, нет, нет, лучше меня расстреляйте. Представьте себе, ну шахту не пойду, лучше расстрел, чем быть шахтером. Вот такой юмор, все смеялись. Вот, представьте себе, оказывается, работа шахтером хуже смерти. Лучше расстрел, чем быть шахтером. Так он сказал. Вот, и его отправили, а он из Северной Германии. Я забыл, как эта земля находится, там, где Данциг. В общем, и Шетцен там, по-моему, в общем, Балтийское море, прибережье. А в 45-м там Польша половину забрала, а половину, ну, осталось немножко Германии, но там была советская армия. Ну, а он, ему там люди сказали, лучше скажи, что ты из Баварии и тебя к американцам. Ну, он быстренько сообразил, он молодой был, и его в бамбер к американцам сказал, я оттуда родом. Его отправили туда, на родину, ну, обманом, отправили в Баварию, в бамбер. Так как он молодой, и после ранения, там с ногой там у него хромал он, ну его от плена освободили почему-то. И все, вот так вот он в плену даже и не был. Полгода в плену был, он сказал. Вот так вот повезло ему. Поверьте, правда. И еще я работал там, мы выносили мебель из квартиры. Этот прокурор города. В общем, умер, за ним ухаживала эта медсестра. Альтенфлегель, это смотритель за стариками. Он жила, ну, у него в квартире. У него, и представьте себе, мы там, когда убирали, открыли чемодан, а там полный чемодан этих фотографий голых мужчин. Голых полностью, там их пенисов, там, в общем, половые органы. В общем, такой голубой оказался. И, в общем, и это, и, в общем, вот такой странный человек, конечно, прокурор. И, в общем, и это, в общем, она из Монголии, в Германии живет, из Монголии, да. И, в общем, мы убираем, убираем, она стучится, прибегает, говорит, что вы здесь делаете? А мы уже одну комнату полностью убрали, чистая уже комната одна. Мы как убираем, вот нас наняло, это родственники наняли, чтобы квартиру освободить чистую, продают они квартиру. Она кричит, это все на мое, мое это все, вы представьте себе. Да еще по-русски начала кричать. Я поразился. А она, оказывается, русский язык учила в Монголии. Немножко по-русски говорит. А он взял, переписал на нее дарственную всю квартиру. Вы поверите? Всю квартиру. Родственники потом после смерти это узнали, что квартира не ихняя, а вот этой смотрительницы за престарелым. Вот так вот медсестра воспользовалась ситуацией. Соблазнила его, сказала, я тебя люблю, давай перед смертью напиши, это моя квартира. А родственники сказали, нет, она обманула под лекарствами, обманула больного человека. И все это, я вам скажу, что 30-40% людей, которые в Германии умирают, богатые, свои имущества, дома, и поверьте, если такое, видел много раз, мне говорили, вот это дом большой, богатый, человек умер. Там же, а завещание записал церкви католической или евангелистической там, или этим, или каким-то организациям по борьбе с раком. Я тоже там работал, мне сказали, вот этот адвокат пришел, говорит, что он перечислил фирме завещание на этот дом, что борьба с раком. А вы представьте себе, там миллионы, миллионы евро дом стоит. На таком месте дом стоял. И мы убирали этот дом. И поразился. Никто из родственников не захотел ухаживать при жизни за немцами. А человек взял вот так вот организации. Организация продает этот дом, а потом деньги, как бороться с раком. И помните, посмотрите в интернете, 30-40% люди передают чужим людям, организациям. Организациям, чтобы не родственникам своим отдать, а чужим людям. Вот так вот. Вот такая Германия. Жестокие люди. Не хотят ухаживать за своими стариками. Ухаживайте за своими стариками. Все хорошо. Смотрите мои видео. Очень много интересного. Я 6 лет прожил в Германии. Украинский беженец я.